нас находится портретная галерея. Портретная галерея была создана в честь 150-летия устройства банка. А все важные и ответственные решения принимаются вот за этой дверью. Рукой основателя банка, то есть императора Александра II, ну еще как наследника престола. Лигатурная масса. Чистая масса. Очень прямо замечательно, совершенно замечательно. Осторожно. Такая же стеная, собственно, с тем очищенным. То есть это один из авторских его скульптуров. В общем, такая подобие, некое подобие табеля ранга. О, молодец. Отлично.